этот раз муниципальный форум «Управдом» состоялся в не совсем привычной форме, а в онлайн-формате. На него были приглашены представители администрации, управляющих компаний, дорожных служб, госсанитехнадзора, руководитель ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области по городскому округу Химки Зульфия Атаханова, а также жители. Коммунальщики рассказали о том, как прошла подготовка жилищного фонда к отопительному сезону. Проведена промывка трубопроводов, систем центрального отопления. Трубопроводы в подвальных помещениях заизолированы. 925 погонных метров было заизолировано в этом году при подготовке. Проведены работы по закрытию теплового контура. Выполнены работы по локальному ремонту кровель. Так, в этом году было локально отремонтировано 3278 квадратных метров. Обсудили в ходе форума и волнующие граждан проблемы. Мельникова 21.1, но у нас не жилищник. У нас ВСК-сервис, и у нас сменился как раз управляющая компания новая, пришла с сентября месяца. Но предыдущая компания «Пик Комфорт» у нас 7,5 лет дому не провела косметический ремонт дома. То есть вопрос, возможно ли как-то это за счет средств города. Косметический ремонт, плюс у нас совершенно разбита плитка тротуарная вокруг дома. В соответствии со 180-м приказом госстроя, да, текущий ремонт подъездов проводится не реже одного раза в 5 лет. Поэтому все подъезды, которые есть на территории городского округа, в них будет проведен текущий ремонт подъездов. Либо по программе губернаторской «Мой подъезд», либо, значит, в соответствии с, собственно, этим 170-м приказом госстроя за счет тех средств, которые мы с вами по строке «Содержание текущий ремонт» оплачиваем управляющую компанию. На форуме были озвучены результаты проверки уборки дорог и тротуаров зимой, а также напомнили жителям о необходимости заключения договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.